Комиссия по экологии под руководством главы городского округа Юлии Купецкой и заместителя министра экологии Московской области Павла Беда сегодня рано утром проверила ход работ на полигоне «Лесная» в рамках выездного совещания. С начала декабря, когда усилился запах газа, этот объект находится под особым контролем как администрации Серпухова, так и областного правительства. В первую очередь участники совещания проверили режим работы системы активной дегазации. Ранее сообщалось, что из-за поломки нескольких скважин эффективность утилизации снизилась. Усугубила ситуацию и неисправность компрессора, который откачивает газ и направляет его на факел. Представители ООО «Skyway» поставлены жесткие сроки по восстановлению всех элементов. Требуется до конца декабря провести работы по ремонту компрессора и завершить техническую наладку первой и второй очереди системы дегазации. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки подключить к общему контуру 22 новые скважины, пробуренные этой осенью. На контроле у правительства Московской области и администрации городского округа также находится вопрос завершения строительно-монтажных работ по устройству очистных сооружений фильтрата. Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» сказал, что полигон «Лесная» планируется закрыть до конца 2020 года.